Молодец, Брагинский. Бросок. Клюшка едва не перелетает вот это пластиковое ограждение за воротами. Продолжается атака хозяев. Седов. Хорошо откидывает шайбу назад на защитника Журавлева. Седов опять. Зайцев. Ну, не получилось, я думаю, то, что Зайцев задумывал. Шайба там еле до ворот докатилась. Ну вот снова шайба у Зайцева. Еще одна попытка. Лоза. Лоза, напомню.